Дедушке Морозу в Великий Устюг. В Якутске стартовала акция «Письмо Деду Морозу». В офисе Почты России установили ящик для сбора писем главному волшебнику страны. Письмо можно написать на своей бумаге и положить в конверт, а можно и попросить у операторов готовые открытки, которые специально в преддверии Нового года дарят всем желающим. В новогоднюю ночь должны сбываться мечты, а детские с особой точностью. А как же может узнать главный волшебник, чего хотят дети? Конечно же, через почту. Даже в век высоких технологий она остается самым верным способом передать свое пожелание Деду Морозу. Я до этого писала, и они сбывались. Я просто оставляла его под елкой. А сегодня в первый раз я по-настоящему отправлю. Волшебный почтовый ящик установили в главном офисе Почты России. Каждый желающий может опустить в него свое заветное письмо. А если написать его заранее не успели, то беспокоиться об этом не стоит, так же, как и о правильности адреса. У операторов можно попросить бесплатные открытки, на которых адресная строка уже полностью заполнена. И ребенку остается лишь приклеить марки. Открытка в таком виде для писем Деду Мороза на Вологодскую область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза. Здесь обязательно надо будет заполнить, ну, ребятишки могут записать здесь, что они хотят, да, и опустить наш почтовый ящик. Открывают ящик, как рассказали работники почты, каждый день. Письма немедленно отправляются в дальний путь и уже через 5 дней достигают пункта назначения Великого Устюга. Саргалана Захарова, Илья Жараев, НВК Саха, Якутск.